Дисклеймер. Привет, я третий. Сразу хочу предупредить, что это не наркоманский смех, а смех детства. Я решил пройти все части игры Масяни, их всего 4, они коротенькие, но это как раз та игра, которую я играл лет 10, наверное, назад. Ну сколько мне сейчас, 19, 10 лет назад, 9, это сколько, в 11 году, ну вряд ли, году так в 10, наверное, даже в 8 я играл. В 8 вряд ли, но в 10, наверное, примерно где-то в году в 10, 2010. А то сейчас найдутся шутники типа, тебе что, 2011 лет? Так вот, в 2010 году играл. Так, эту игру я только что скачал, видишь, у меня тут ничего не пройдено, вот. И... я не знаю, слышно было тебе или нет, я громкость музыки уберу потише. А теперь чуть игре... О, а теперь прекрасно слышно. Игрок. Ну я же игрок. Игрок. Но, чтоб там не было особо хитрых, я напишу так. Нет, даже на английском вот так. Do you speak English? А дуешь или нет, напиши об этом в комментариях. Ну вот, на работу устроилась. А вот журналистка теперь. И где ты, теперь? Клёво. Журнальщика рядом. Да это же желтуха! Точно. Ну и нифига вы не понимаете. Ну нифига вы не понимаете. И вообще. Давайте идите отсюда. Мне собираться пора. Двигайте ножками давайте. Да, я же сказал название. Это первая часть Масяня по желтым прессам. Если я не сказал. Но я сказал. Или нет. Так, взять телефончик. Алло, кто это? Алло, это Игорь Петрович. Кто-кто? Игорь Петрович. Вот, и я, значит, напоминаю, что тебе сегодня нужно быть в редакции. И с собой, значит, иметь это паспорт, ручку, блокнот и фотокамеру. Запомнила? Запомнила, записала даже. Не боись. Ну что ж, тогда до встречи, надеюсь. Игра прикольная вообще. Ну еще денежку на проезд добавим, скажись, можно собираться. Тут есть вот кнопочка подсказки, но жать я ее пока не буду, потому что, ну, как-никак, я сколько, лет 10-11 назад проходил ее сам. Так, выполните задачи. Первое, собрать все вещи из списка. За шкаф сначала. Тут что-то было. Ты тот им такой полезный. Спасибо за подсказку. Ключик. Я вижу ключик. Давай, откроем. А, сначала вот, да, жму, потом открываю. Блокнотик. Будет. Так, давай посмотрим, что-то еще взять могу. Нет, не могу. Заколебал, все. Саша, а ты что говоришь, когда... Звякает там что-то. Это бляк-бляк, непросто. Ну там, наверное, денежки. Так, собрать все вещи из списка. Какой список? Где список? Что там, ага. Найти-то надо. Ага, вот, ручку сначала надо найти. Ручку, паспорт, фотоаппарат и деньги. Деньги у нас в копилке. Так, ручка взял. Дальше, стул, нет, давай, зонтик. Вот, мне написано даже сверху, зачем-то зонт был написан, ладно. Что еще? Шкаф второй открывается, коробка, нет. Это что? Ключик. Откуда у нас может быть еще один ключик? Так, о, 265, это код от чего-то, 265. Честно говоря, я уже не помню, что тут как, прохожу примерно. 265, от чего код может быть? Ой, высоко. Высоко, все. Можно вот так вот сбить, и теперь код... 2, 6. Я вот случайно зажимаю, пропускаю ее диалоги, потому что... Ну что это у нас тут за хлам? О, фотик, то, что нужно. Так, фотик взял. Так, отлично, что... А, мне, наверное, надо вот так... Фигня, так не получится. Не получится? А, молоток я взял же, вот. Монетку собрать, да. Так, вы собрать все вещи из списка, но я собрал. Даже и не думай. А что я пропустил еще? Найти-то надо. Паспорт. Точно. У нас тут нет нигде его. А, вот он, я вижу, все, вот, увидел. Ну все, вещи собрала, теперь нужно положить их все в сумку. Все на свои места. Ага, я понял. Я сумочку... Так, положил монетки. Положил фотоаппарат, монетки, паспорт. Ключик нет, мы кладем, пока ручку берем. Еще и блокнот, все. Ага. Уф, ну теперь можно топать наконец-то. Игра, как видишь, старая, я не помню, говорил или нет, поэтому такие маленькие черные рамки. Но я надеюсь, тебе это не сильно ой, помешает. Ой, беда-то, беда-то какая, ой. Ой-ой-ой-ой. Что случилось-то, бабуля? Выкладывай. Ой, кошелек-то у меня раскрылся, и вся пенсия раскатилась. Вот беда-то, ой-ой, кто бы помог собрать.
Да блин, да некогда мне, бабуля, ну опаздываю я. Ой, беда-то какая, как же я теперь буду-то, ой, из голоду помру. Вот черт же, а. Ладно, сейчас быстренько все заберем, не боись. Кстати, в Масяне есть еще мультик такой, это... Мусорили тут, напросячили, насвинячили. Эх, люди, тоже мне человеки. И такой еще мультик есть, Масяня. Если и захочешь... Ой, тяжело. Нет, так просто не поднять. Если захочешь... Вот, блин, что мешало. Это все Санек, блин, стервец. Я его уж так поддираю. Это типа мультик, если захочешь посмотреть, тоже прикольный. Давай, поехали, вали-вали. Ой, а что это там такое? Вывалилось что-то. Так, вот, монетка еще. Давай пособираем те монетки, которые у нас под рукой. Вот эта вот небольшая загрузочка, это сделано, не знаю, может потому что игра не оптимизирована, но почему-то она... О, бумага еще. Это в окно типа заглядывать неприлично. Вали какие-то ужасы. Да. Давай монетку соберем пока. Так, под бумагу. А кто-то тут одну монетку. Ага. Так, и здесь... Давай, возьмем монетку, палку давай возьмем тоже. Палочка, блин, выручала. Так, явно что-то есть. Надо бы разбить эту хрень. Разбить, разбить. Вот кирпич. О, монетка. Кирпич в дамской сумочке – одна из самых нужных вещей. Мало ли чего. Ага. Времена неспокойные сейчас. Давай, возьмем. О, блин. Чё, фу, блин, ты уже подходила тут. Давай. Куда мне эту хрень пхать? Она же к чему-то это приделаться должна. Не, ну по идее да, ты правильно думаешь. Ну-ка, что тут такого полезного может быть? Вот, к пиле приделать можно. Ага. Игра просто прекрасная. Если будет возможность, тоже поиграй. Вообще шикарно. Так, нет, это... Надо попробовать как-то по-другому вообще. Так, а куда... А, вот, монтировка и люк, понимаем, да. Вот, собираем. Это типа, помнишь, игра что-то из рода с этим... Давай монетку. Хова, хова, из рода, как ты кидала мне, предлагала пройти этот... как же там? Темная тайна. Ярмарка. Вот, это тоже... Примерно с тех же времен, хотя нет. Прям вообще ничего общего. Так, 23... А, вот, вот, я вижу еще одна монетка. Так, собрал. А где еще одна может быть? Не-не, нафига мне этот мусор-то? Не знаю, может, что-то есть где-то еще. Дом. Нет. А, вот, светится, вижу. Собрал. Все. На тебе монетки, бабуль. Такое тебе спасибо, спасибо, ты спасибо, спасибо, спасибо. Ага. Все. Да, все. Все задачи выполнены. Сложность. Эксперт и новичок. В режиме эксперт вверху нет списка объектов, которые нужно взять на уровне. Также в этом списке находится подальше ждать восстановления подсказки. Но можно заработать много очков при хорошей игре. Новичок. В этом режиме вверху есть... Не, ну список объектов-то нам тут нужен, правильно? Как мы можем знать, какой... А, Масянь, заходи. Ну что, все с тобой взяла, что я тебе велел? Здрасте. Ну да, вроде все. Молодец. Вот, есть для тебя задание. Ну-ка, ну-ка, что там? Тут одна знаменитая ясновидящая у себя дома привидение обнаружила. Вот тебе нужно к ней съездить, посмотреть, так сказать, привидение. Можешь пару фотографий умудришься сделать. При чего? Кому? Кого? Привидение. Вот только телефон той дамочки, к которой тебе ехать надо, он в сейфе. Как его открыть, только Аллочка, секретарша моя, знает. Ну и где она? Чё-то я не видел никакой тут Аллочки, хреналочки. Да она, не знаю, на обеде вроде где-то. Чёрт её знает, когда она придёт, такая она непредсказуемая. Так что не знаю, как хочешь, а сейф открывай. О, блин, засада. Так, меню, давай музыку, я думаю, ещё чуть-чуть потише сделаем. Она какой-то хрен не сохраняется, громкость музыки, да? Ну вот так пусть будет, чтобы ты слышал, что они говорят. Вдруг ты не услышишь. Так, так, сыр нам надо найти. Вот, сыр взяли. После чего обрывок листа. Я думаю, что... Обрывок? И что-то тут нашкрябано? Надо остальные кусочки найти. Можно проходить более сложный уровень, только если ты проходишь уже это раз в десятый подряд, чтобы ты все запомнила, что тут как делать. Так, что тут? Еще книжный обрывок. Хватает еще обрывочка. Ага, понял. О, сейф. Карточка нужна, чтобы открыть. Угу, я понял, карточки у меня еще нет. Давай посмотрим, что. Чашка с кофе, журнал. О! Склеить, что ли? Документы какие-то, договора. Да ну, занудство. Да, я понял. О, ножницы, так. Давай смотреть то, что более выделено по рисовке немного. Так, свет. Нет, свет нельзя выключать. Так, тут еще и мимо клацать нельзя. А то, видишь, снимается эта красная полосочка. Клюшка для гольфа. Снял. И хрен ли толку? Что мне с этим делать надо? Давай. Хрен включишь, хрен что увидишь. Ну давай включим. Теперь нужно туда, собственно, диск впихнуть. Хорошо, давай впихнем туда, собственно, диск.
А какой номер-то выбирать? Так, теперь из этих телефонов нужно найти правильный. Задачка. Так, ну... Кому звонить-то? Надо сначала правильный номер найти. А как мне понять, какой из них номер? А, все, я понял. Так, давай... Не так все просто. Ключик нужен, Буратино. Ну, давай поищем, где ключик тут может быть. А, кстати, сыр, на тебе. Зверек, на, пожри, чучело. Да, давай заберем ключик. Ключик нашелся, сдохни, барбас. Давай, собираем ключик. Так, а ключик у нас чего? От шкафа. Давай, ключик использовать. Ох, столько лет прошло, я уже почти все забыл, как это делать. Такое накорябанно не понять, надо на свет посмотреть. Свет, иди сюда. Давай, вот тебе, чтобы ты понимала, откуда у меня такое чувство юмора. Шикарное. Что-то такое накорябанно. Не, лажу, даже пробовать не стоит. Почему? А, все, дошло. Циферки какие-то. 62-92. А нет, это код в натуре. А, вот. Тут карточка нужна, чтобы... 62-90... О, из этого... В смысле? Вот. Коба. Вот, 62-92. Так, лазерные лучи. Сейчас вот нам... Я подумал, что тут там какие-то сверхсекретные документы. И где тут теперь отключить это добро? Смотри. И это только Аллочка знает. Ну и что теперь делать? Ну, ты как-нибудь так. Эй, да блин, я случайно пропустил. Не, вряд ли. Ну, хотя попробуем, конечно. Давай. Ну. Вот черт, блин, собака. Да-да-да-да-да. Пожар, туши быстрее. Давай, хова. Ну, ты видишь, там Масяню делалась одна девочка вроде бы. И она очень долго пыталась продать это что-то вроде так, продала. Так, Юрьевна, значит. Так. А вот и телефончик. Блин. Номер телефона обгорел. Черт, придется искать по первым цифрам. В общем, прикольно, мне нравится. Так, 641-9, это вот этот вот. Так, 641-96-40, да? Вроде так. Да. Лариса Юрьевна, вас из журнала рядом с вами беспокоит. А, алло, прямо рядом со мной? Где? Да ведь не рядом с вами, это журнал так называется, рядом с вами. Мы хотели написать о вашей необыкновенной встрече с привидением. О, господи, да-да-да, я знаю, что вы позвоните. Уран находится сегодня в 4-м доме, так что вам лучше приехать сегодня. А, в 4-м, говорите? А я-то все думаю, в каком оно, блин, доме? Не-не, в 4-м, пишите адрес. Записываю. Только будьте очень аккуратны. Сегодня ведь Марс вошел под тень Вейлова. Значит, сегодня могут случаться всякие несчастные... А! Фу. В общем, несчастные, даже смертельные случаи. О, блин, засада. Ну что ж, приезжайте. Будем считать это вашим испытанием. Уй-ю-ю-ю. Уй-ю-ю-ю-ю. Так, давай еще чуть-чуть. Ой-ой-ой, куда? Мне надо, я думаю, еще чуть-чуть музыку уменьшить по громкости, а голос включить, чтобы... Ну, я не могу сейчас проверить, слышит ты ее это или нет, чтобы точно слышала. Ой, мамочки, я занесла... Ой, мамочки, я занесла меня нелегкая. Вот же черт. Блин, не к добру. Типа 13 это число дьявола. И тут тоже. Открывайте там быстрее, что ли. Ну, не могу я пародировать голос Масяни, он охренеть. Это вы, Лариса Юрьевна. Давайте будем вас сейчас интервьюрировать. Да, это я. Дудь, вначале. Сначала у него голова была такая, потом хоп, повернул и такую сделал. Вы, где тут ваше привидение? Мне нужно его запечатлеть, так сказать, на память. Оно в той вот комнате. Страшное, злое и голодное. Чувствуете, вот чувствуете, какие фильмы распространяются? А, ну-ну, сейчас позырим. Ну, посмотрим, в смысле. Блин, тут же заперто. Дайте ключ, что ли? А то я с привидением и не встречусь. Так недолго его и обидеть. Ой, вы знаете, я так испугалась, что комнату закрыла и ключ в окно выбросила. Ну вот, блин, здрасте, приехали. Ну что, теперь ломать дверь, что ли? Вызывать этих мастеров-фломастеров? Не-не-не, никого звать не надо. У меня тут есть одно средство, от бабушки осталось. Рецепт есть в книге одной. Только вот прабабушка ключ куда-то спрятала. Поищи. Вот черт, все время искать что-то приходит. Ладно, поищи. Вот эта игра искалка. Так, сначала давай сделаем, да, пока не забыл музыку, еще чуть-чуть тише, чтобы голоса прям точно были слышны. Так, ручка мне не надо, да? Найти ключ от ящика, подчинить поршер.
Торшер, пу. Торшер, это вот, это... Так, тут что? Ты все перепутал нафиг, вообще ни черта не найдешь. Сейчас тут порядок-то наведем. Ага. Короче, игра такая с загадочками, там маленькие несложные квесты, вот это надо... Блин, такая классная. Если вдруг у тебя есть младший брат, сестра там, или ты уже взрослый, у тебя есть дети, то можешь, в принципе, включать, тут прикольненько. Мата вроде точно нет. Ну и расчлененки тоже. Детская такая игра, я сам играл в детстве. Так. Ну, супер, так-то лучше. Ага. Ключ. Так, еще что-то надо брать? Нет, вроде нет. Ключ это отсюда, я так понимаю, да? Да. Так, очки не надо. Изолента. Так, ну, потом, если что, надо будет еще взять. Возьмем, давай. И включаем торшер. Так, это у нас что? Крекер. Крекер. Печенье мы даем папуге. Ну, скажи хоть что-нибудь. Во, у меня печенька есть, давай, вкусная. Ну, говори, козел. Гав. 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 Так, и порешаем теперь ее. Нет, и нет. А кого порешать надо? А зачем мне ножичек? Вот это, видишь? Я не все тут понял. Давай посмотрим. Ключик нужен. Да я понимаю. О, у нее две кошки есть. Так. А что тут тогда надо порезать? Это? Даже и не думай. Не думаю. Ты чего? А, все, дошло. За картиной же. Вон он, видишь, виден, выделенный ключ. Видишь? Вот, посмотри вот тут. Так там, там ключ же. Там мое хлебало будет видно, да вроде бы. Ключ! Так вот его, куда старая карга запрятала. А мы третье поколение книгу открыть не можем. Смотри, как лишь, котов надо рисовать. Лишь. На картины. Так, забирай ключик. Та я ж попадаю, давай. Вот так, ключ. Вот и ключик золотой. Сейчас почитаем древние фолианты. Почитаем древние фолианты. Не, пока не получается голос у меня, как у нее. О, свершилось необыкновенное чудо. Ну и что тут у нас? Так. О, зелье для открытия замков. То, что нужно. Философский растворитель. Который серная кислота. Да, ее ничем не испортишь, можно покидать туда листочки всякие, цветочки, лепесточки. Цветочки, лепесточки. Еще всякие травки в определенной последовательности. Да расплюнуть фигня, сейчас сварганим. Сейчас сварганим. Так, давай, это у меня вот это вот, да? Надо еще искать розовый листочек, голубой, оранжевый и ключ. Ага, голубой, оранжевый. Дальше вот такой надо. Сборник, блин, народных. Ага, вот этот, все. Дальше вот сюда, я так понимаю, кидать надо, да? Нужно в правильном порядке положить. Так, давай вернемся тогда по стране. Да. Сначала надо розовый класть. Так, положить. А вот как? Термоядерная смесь. А вот класть или ложить, это ты напиши в комментариях. Так. Блин, Менделеев снимаешь в гробу, как пропеллер. Как пропеллер. А я забыл, в каком дальше, какой следующий? Ага, голубой цветочек вроде. Ё-моё. Блин, у меня глюки, что ли? Глюки? Руки. А, глюки. Вроде готово. Можешь, так сказать, употреблять. Давай соберем. Сосуд. Кто сосуд? Не надо сосать. А куда идти, собственно? А, вот это вот, сюда вот, все. Да что, я думаю, это входная дверь. Гаси, как работает-то. Ну, здравствуй, что ли, привидение с моторчиком. Я уже иду. Не, пока не особо получается. Ничего, я научусь. Надеюсь. Ну и что тут на нас? Ну, и где привидение, а? О, черт! А, ничего, так привидение получилось. Сойдет. Не, ну не получается, ну говно пока. Аллочка, я так понимаю. А мне вот нужно к Игорю Петровичу, он меня ждет. Это та Аллочка, помнишь? Ничего не знаю. Мне никаких распоряжений не поступает. Это вот тут эта вот дверь, в которой мы были только что у этого. Куда ты топай? Я теперь тут работаю вообще-то. Ой, работает она, посмотрите на нее. Знаем мы таких работниц. Вертихвостка. Вот же зараза вредная. Придется что-нибудь придумывать. Ага. Так. Ой, вообще некогда мне. Хотя... Если, например, ты поможешь мне, то можешь тут остаться. И, возможно, ты когда-нибудь я тебя пропущу. Ну, помогу, конечно, а что делать-то? Ну, в общем, там на столе коробочка с фотокарточками. Их нужно разобрать все по парам. А если не хочешь, туда 180 градусов и топай отсюда.
Да, умели же сиськи рисовать в Масяне. Ладно. Так, я, кажется, придумал даже, что сделать, ча. Вот так я уменьшил свое слегка лицо, прекрасное личико, чтобы тебе было лучше видно. Так, кто там звонит? Нечего тебе звонить, прямо вдруг кто-то будет звонить, а ты линию заняла. Ничего, ничего. Блин, все перепутал, нафиг вообще ни черта не найдешь. Сейчас тут порядок наведем. Угу. Вот это, например, сейчас задание будет. Вот это невозможно запомнить. Надеюсь, ты понимаешь, чем будет спустя столько лет. Так, розовый, бежевый, желтый, оранжевый. Давай все просмотрим. Розовый. Розовый был тут, а тут бежевый тоже. Нет, это другой бежевый. Оранжевый у нас был вот здесь. Так, о, это совпало. Так, синий надо. О, зеленый. Так, зеленый был. Нет, зеленый был только что тут, да? Нет, это другой зеленый. Так, голубой. Так, голубой был здесь у нас, да? Зеленый. Нет, зеленый, это другой зеленый. Вот этот вот. Ага, бежевый был у нас здесь. Вот этот был у нас здесь. Синий был здесь. Зеленый, зеленый. О, все, разложил, отлично. Ой, как мне нравится Тейра. Все, разобрала я твои хреновые карточки. А знаешь, я вообще передумала. Я не пущу тебя, вот. Какая ты вредная, почему это? А вот не пущу и все. Потому что это не твое место. Ага. Какая зараза, ну блин, погоди у меня. Так, дальше смотри. Опа, печеньки раскладываем. Берем монетку. Так, зачем нам монетка, я уже не помню. Ага, ножницы. Так, 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 что еще тут надо было? Что ты наделала? Собирай давай быстро. Ага. Ой, и не подходи к документам вообще больше. Визитку беру. Какая-то, похоже, какого-то доктора. А, вот. Давай, 6. Монетка нужна, без нее никак позвонить-то и не получится. Понял, монетку кладем сначала. Так, теперь 6. 5 9 2 2 7 5. Алло, Аллочка? Аллочка, не молчите же, у меня ваш номер определился. Говорите же, Аллочка. Здравствуйте, доктор. Что с вами, Аллочка? Вот, заболела. Уснуть не могу, кашель мешает. Может, посоветуете чего-нибудь? Бедная вы моя. Конечно, конечно, примите сомнум. Будете спать, как дитя. Записали? Да, спасибо большое, милый доктор. Выздоравливайте, Аллочка, и жду вас в четверг, как договаривались. Обязательно буду. До свидания. Так, сомнум, значит, сейчас посмотрим. Сомнум, это в аптечке, я так понимаю, надо сомнам. Вот, амням. Так, допустим, так, это мы кладем вот сюда. Нет. Я понял. Давай это вот сюда возьмем. В кулере ставим. Сюда. Так, и потом забираем отверточку. Ага, снотворное есть у нас. Отвертка. Вещь крайне нужная и очень полезная. Ага. Так, давай отверткой пооткручиваем все болтики и ножницы. Вот так не делай никогда. Тебя током ее ударит. Ой, жара какая. Ой, попить бы мне. На. А, спать, значит, будет как дитя. Ну что ж, невинные дитя природы. Ты моя радость, усни. Ой, как же так? И перед глазами все плывет. Спи, спи давай. Так, хочу найти дверную ручку. Ух ты что. А, это в сумочке, наверное. Я... Опа, собрал. Все, и пошли, почапали. Я случайно нажал. Так, давай, пошли. Ну, работает же. Все, все, все. А то я думал, я что-то еще упустил. Вот как договорились. У нас главное привидение в чистом виде, так сказать. Отлично, фото, молодец. А вот тебе вознаграждение небольшое. Спасибо. Спасибо. Не ожидала, приятный сюрприз. Мне тут премию дали. Устраиваю вечеринку. Привозайте там, давайте. Я буду звонить, как буду готова. Я позвоню, как буду готова. Блин, ну тут и бардак. Ну вообще. Прежде кого-то звать, тут нужно тряпками небольшое кунг-фу устроить. Сейчас по-быстрому все сделаем. Это да. Блин, не видать нифига, надо свет включить. А я вот не помню, сколько я до этого, до паузы я записал видео. А ну уже, собственно, и все. Напиши любой комментарий, подпишись на канал, напиши лайк. Лучше напиши, какую бы ты игру хотел увидеть в следующий раз. И